В районе Шахтерской Славы бригада ремстроя меняет бордюры. Сергей Павлович напоминает, съезды на проезжую часть и тротуары должны быть удобными. Пока. А это будет? Да. Команда дорожная, все приедет. Полностью заезд. Фонари, разметка. Вот это отремонтировать. Будет довольно прилично. 2,5 километра велодорожки заасфальтированы. Переложена тротуарная плитка. Идет замена бордюрного камня и высадка зеленого материала. Параллельно работают дорожники, обновляют на проспекте разметку. Отдыхающих в здравницах на Пионерском уже немало. Говорят, приехали за теплом. И рады добавить к пешим еще и велосипедные прогулки. Тем более здесь это безопасно. Последний раз в 2015 году были. В принципе, да, нравится. Приятно отдыхать. Велодорожку у вас сделали. Тут всегда зелено, красочно, всегда свежий воздух. Еще один шаг навстречу сезону – проект нового современного пляжа. Отель «Давиль» завершает благоустройство территории у моря. Санузлы канализированы, готовы к установке новенькие урны и лавочки. Береговая полоса чистая и ухоженная. Добросовестный арендатор должен получать пляж в долгосрочную аренду, уверен глава. Если даем на 11 месяцев, но же больше не можем. И что, кто-то будет вкладывать. Вот сейчас вот, поинтересуйтесь, где у них санузлы. Он будет канализирован, и будет и душевая кабина, и все. И здесь же будут, вот выходишь с песка, ноги обмыл, все будет. Каждый год Анапа должна прирастать такими пляжами, считает Сергей Павлович. Как только эта территория будет готова, проект станет примером для всех ведущих здравниц курорта.